Работа волонтерского центра «Единой России» Общероссийского народного фронта по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса продолжается. За две недели с 20 марта по 3 апреля одинцовские партийцы обзвонили около 4000 жителей округа. Прежде всего пенсионеров, инвалидов, многодетных. 13 человек откликнулись на предложение помощи. Все их просьбы были выполнены добровольцами и работниками соцзащиты. Обычно люди просят вызвать врача, привезти продукты, средства гигиены и индивидуальной защиты, а также вынести мусор или погулять с собакой. Режим самоизоляции в регионе продлен до 1 мая. Если помощь понадобится вам, звоните на горячую линию социальной защиты и оставайтесь дома.